О, сейчас я вам покажу еще одну жизнь. Смотрите, парни. Наш герой, он сантехник-телепат. И он может вот эти вот вентили, видите, да, вентили. Он может дистанционно взламывать, смотрите. Пошла, родная. Давай. Жесть, а? Я первый раз думал, это случайность. Да нет, конечно, не случайность, парни. Да. О, это что такое? Взорвать. О, счетчик, парни. Счетчики тоже можно на самом деле взорвать. Давайте попробуем. Mission fail. Обалдеть! Счетчики-то взрываются, парни, не играйте счетчиками. Ни в коем случае. Если у вас в подъезде стоит счетчик или дома, не подходите к нему близко, не взламывайте его, он может бабахнуть. Жесть. Я не могу вообще. Как такое можно сделать? Ой, простите меня. Счетчики взрываются. Дождь, посмотрите, какой классный. А самое главное, насколько силен эффект дождя на куртке нашего героя. Он уже весь промок, с кепки капают капли. А лицо-то посмотрите какое. Напряженный. Дождь кончился, кстати, посмотрите, ни одной лужицы нет. Хотя нет, лужица вот есть вроде бы. Это лужа, нет? Непонятно, это лужа, не лужа. Как бы вроде бы и лужа, а может быть и нет. Это тоже взрывается, парни. А не подходите к этим решеткам никогда. Они тоже могут взорваться. И случайно убить вас. Вот эти вот решетки, это водосливные. Ну вот как это называется? Линевки их называют в народе. Бабах, все это может взрываться. Отлично. Ну, видите, да? Я телепатически взрываю. Бум! Отлично просто вообще. Жесть. Так, что можно еще украсть? Что можно еще взорвать? Камеру. Давайте камеру хакнем.